данном обзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь DTECH модели DE3048. Данная мышь обладает технологией слежения G-Laser Double Lens, которая обеспечивает преимущество по сравнению с оптическими мышами и позволяет более плавно и точно отслеживать перемещение курсора практически на любом типе поверхности. Чувствительность мыши составляет 1000 dpi. Интерфейс подключения USB 2.0. И при этом не нужно специально устанавливать программное обеспечение, просто подключите мышь, чтобы начать работу. Стильный и эргономичный корпус, глянцевое покрытие. Подходит для работы как правой, так и левой рукой из-за своего симметричного дизайна. Мышь имеет удобную анатомическую форму. Удобное колесико прокрутки подсвечивается LED-подсветкой. Возможные расцветки данной мыши – черная с красными вставками и черная с оранжевыми вставками. Мышь совместима со всеми операционными системами. Количество кнопок – 3 и колесо прокрутки. Скорость сканирования составляет 3000 кадров в секунду. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.